Нью-Йорк у Кеши? Расскажите. Очень здорово, очень классно. Расскажите что-нибудь более содержательное. Что можно сказать про Кешу? Он просто по всей России ездит. Что можно передать ребятам? Ну, передать, что очень имеет смысл сходить. Очень хорошо объясняет в плане структурированно и вот это вот... подход, что разбить на две половинки и писать движение очень интересно. Ясно, спасибо. Интересная теория конструирования. Да. Интересная система построения, особенно на ранних этапах, очень будет полезна. Дико мокрый. И супер связки. Спасибо. Спасибо. Так, кто-нибудь еще? Что? Расскажи что-нибудь про Кешу. Классный. Денис, расскажи что-нибудь про Кешу. Как тебе? Как тебе занятие? Отлично, что нравится. Чуть-чуть больше. Вот на пару слов больше. Блин, я такой подменил, если бы не состояние, что-либо сейчас выражать. Мне очень понравилось то, как Инаки дает непрерывное сведение, когда одна связка вытекает из другой, как бы и минимум брейка какой-то происходит. Все, понял, спасибо. Рузанна, как тебе Кеша? Кеша крутой. Инаки вообще супер крутой преподаватель, крутой методист. И всем советую. И он очень тонко объясняет видение, очень разбирает шаги, в общем, все по деталям, в любой последовательности, в любой комбинаторике. В общем, он крут, и сходить в него там несколько раз большими курсами вы научитесь свое. Спасибо. Юлия, да. Расскажи что-нибудь про Кешу, я к вам Вием обращался. Да, Наска, все были даты. Несмотря как вам на вообще? То, что Кеша меня ненавидит. Так. Стоп. Это неправда. Ничего. Расскажите что-нибудь для остальных. Все знают, как Кеша преподает доминикану, все знают, как он преподает кизомбу. Расскажите что-нибудь про его Нью-Йорк. Что вам как вообще, чего как? Он прекрасный педагог, он прекрасный теоретик и практик, и... Хорошая система для того, чтобы начать танцевать, и действительно потрясающая основа. Что-нибудь отличается, может, от каких-нибудь, я не знаю, в чем, ну не знаю, ноу-хау? Он уделяет внимание технике. Если он показывает связку, то он показывает технику не только мужскую, но и женскую. И как женского стиля у него нет, но он показывает все ручки женские, что они должны быть с самого начала, и в Москве принято потом. Все сразу. В общем, очень методично, скажем так. Что-нибудь еще? Да, все понятно. Василий, пара слов. Такой интересный момент, что действительно при преподавании он фактически сразу рассматривает человека целиком. То есть они стараются не разделять на отдельные моменты. Я бы сказала, что пару только можно. То есть не отдельно пару, пару, разумеется. Взаимодействие именно пару танцев. То есть вот то, что девчонки говорили про руки, к примеру, да, это там идет не просто то, что показывают руки, да, а показывают именно движение рук, как они идут с переносом веса, с переносом. То есть они появляются естественным образом в самом танце. Не просто как можно выучить руки, можно выучить ноги, да, а здесь просто идет сам танец, и в нем сразу же руки присутствуют. То есть нету человека без рук. А еще система. Все по полочкам, все комбинации. А это непривычно, то, что есть система комбинации и что-то? Да, я понял. Обычно это все разучивается какая-то связка, и на ее основе рассматриваются какие-то элементы. А здесь комбинации многих-многих элементов, которые в принципе мы все знаем. Но это такая детская пирамидка, вот такая, которая нанизывается колечко на колечко, на колечко, на колечко. Все понял, спасибо. Наталья, пара слов про Кешу. Очень круто. Дает базу от нуля до очень сложных комбинаций. Дословно рассказывает буквально каждое движение, каждую элементарную часть и как это связывать одно с другим. Показывает мужскую партию, женскую партию, руки. Собственно, да, от нуля до, собственно, очень высокого уровня. Супер. Классно. Спасибо.